Инспекторы областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы на посту ДПС в Калачевском районе остановили иномарку. В ходе проверки документов выяснилось, что 30-летний пассажир, гражданин Республики Казахстан, находится в межгосударственном розыске за разбойное нападение. Мужчина был задержан. В ближайшее время он будет передан инициатору розыска. Сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок и безопасность в период подготовки и проведения общероссийского голосования. Все участки для голосования обследованы полицейскими с применением технических средств и служебных собак. На период голосования взяты под охрану. Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан 1 июля будут задействованы сотрудники органов внутренних дел региона, а также представители регионального управления Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных объединений. Снова несколько жителей региона стали жертвами мошенников. Так, 44-летняя жительница Дзержинского района лишилась своих сбережений, поверив звонку якобы работника банка. Под предлогом отмены несанкционированного списания денежных средств звонивший завладел персональными данными ее банковской карты, с которой похитил денежные средства в сумме более 180 тысяч рублей. Уважаемые граждане, напоминаем о необходимости быть бдительными при общении с неизвестными. Не верьте таким звонкам и сообщениям и не сообщайте никому персональную информацию.